гвардию старейшин, но Трис получил назначение на Гольдин. Гольдин — это ты планета, и то можно назвать с натяжкой, так себе. Дыра на окраине Вселенной. Про него и не знал бы никто, если бы там не добывали нефтидель. Впрочем, это одна из двух последних планет, которые еще принадлежат расе Амарнов. За последние десятилетия эта некогда грозная и могучая раса потеряла почти все свои позиции в галактике. Теперь всем заправляют либо Империя, либо Демократический Союз. Единственное, что радовало Триса, так это то, что Айра тоже получила направление на Гольдин. Трис и Айра не ждали от Гольдина ничего впечатляющего. Они были уверены, что максимум из того, что их там ожидает, это стычки с бандами рейдеров в пустыне и пьяные драки в местном баре. Правда, на Гольдине когда-то служил отец Триса Крайтона. Трис мало знал о нем, но очень надеялся найти старых сослуживцев отца. Уж они-то должны хорошо помнить Грега Крайтона и рассказать о нем несколько впечатляющих историй. Уважаемые пассажиры, если вы почувствовали себя плохо,